работа проводилась в ночные окна, окна не более 40 минут. То есть это очень тяжелая работа, но она сделана. Осложняются работы и погодными условиями. На стройке организованы тепляки. Это места, где поддерживается плюсовая температура для бетонных работ. Будущие опоры тоже закрыты брезентом. Там создается идеальная температура, чтобы бетон застыл, а не замерз. Когда опоры будут готовы, приступят к монтажу оставшейся части. Недостающая часть конструкции при помощи огромного крана будет просто положена сверху уже на готовые опоры, словно часть большого конструктора. Для этого придется перекрыть лишь дорогу, которая проходит внизу, и у рабочих на это уйдет не больше 40 минут. Длина эстакады 800 метров, а всего с учетом съездов и дублеров будет построено почти 2 километра дорог, отремонтируют и существующий наземный пешеходный переход. Сегодня ход строительства оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Для улучшения его движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в уличную дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов. Один из них здесь, это большой проект строительства эстакады съезда на Каширку. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и сделает более лучшую интеграцию МСД. В сентябре прошлого года было запущено движение по московскому скоростному диаметру. Ежедневно им пользуются 400 тысяч автомобилистов из Москвы и области. Оборудование подобных съездов с трассы позволяет использовать ее наиболее эффективно. Водители смогут оценить новую эстакаду уже в сентябре этого года. Максим Аварин, Антон Дубнов, Георгий Майоров. Вести.